качестве помощника президента проведет сегодня день казанский школьник Амиль Нуруллин. Он учится в 10 классе 19-й столичной гимназии. Сегодня день Амиля начался с еженедельного аппаратного совещания. Затем он вместе с президентом вылетел в Нижнекамск и Альметьевск. Татарстанцы стали чаще нападать на сотрудников скорой помощи. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Количество таких случаев увеличилось почти в два раза. Все они зарегистрированы в полиции. Более 900 участников и всего 22 победителя. Сегодня в Казани подвели итоги республиканского конкурса «Лидер туризма». Участники – туроператоры, музеи, отели, рестораны. В этом году Татарстан посетило более 3 миллионов туристов со всего мира.